политики, администрации Рижевского городского округа, литературному объединению «Исток», муниципального бюджетного учреждения культуры, Центр культуры и искусств под руководством поэта Лидии Андреевны Рычковой за большой вклад в развитие литературного поэтического творчества на территории Рижевского городского округа и в связи с 20-летием литературного объединения «Исток», 10-летием фестиваля поэтического мастерства «Хрустальные копели на Рижевской земле». Благодарственное письмо вручается Вавилову Борису Васильевичу с такими прекрасными словами: «Вы посвятили свою жизнь благородному делу сохранения и приумножения литературного богатства. Ваше достойное участие в поэтических фестивалях и конкурсах прославили Рижевской район. В день 20-летия литературного объединения «Исток» примите слова искренней благодарности за значительный личный вклад в развитие художественного слова и культуры Рижа, Урала, России. С пожеланиями крепкого здоровья, творческих успехов, новых книг, благодарных читателей, благополучия и удачи во всех начинаниях!» Благодарственное письмо с такими... Старый дым, это поля, основание русской печки, а заросшие поля. Лишь глаза закрою, вижу, здесь околица была, здесь вдоль улицы широкой шелестели тополя. Здесь пахали и любили, песни добрые лились. Рев коров, смех ребятишек, шум машин, вяз тракторов, пашут, сеют, сено косят, гонят пастбищу коров. Все деревни едут в поле, на прополку, на покос. Все деревни провожают в армию и на погост. И на свадьбах тоже вместе, тут веселье не унять. Будут двое-трое суток песни петь и танцевать. А придет пора ночная, в окнах светятся огни. Парни с девками гуляют, трель заводят соловьи. Дед кряхтит на печке старой, над рекой луна встает. Рано утром на рассвете петух громко запоет, и проснется деревушка. Бабы по воду пойдут, плавно бедрами качая, полный ведра не сплеснут. Здесь любили и рожали, и мечтали при луне. То ли правда это было, то ли все приснилось мне. Деревешка, деревушка, с детства милая земля, как же это получилось, что забыли все тебя. И церковь. Чапаев и церковь, деревня Хлебакина рядом, Чапаев и церковь, как будто застывшее время стоят, и память о прошлом, историю нашу для наших потомков спасибо хранят. Смотрю я на церковь и думаю: Боже, скажи, почему человек так жесток? И ты, наш герой, наш любимый Чапаев, сегодня ты что бы сказал, если б мог? Ответа не дал мне никто. Без ответа я молча шагаю в раздумьях своих. Что с нами случилось? Что значит все это? Что? В душах у нас русский дух вдруг утих? Нет, верю я, новое время настанет, и Русью запахнет деревней родной. Чапай поживет, наша церковь воспрянет, на нашей земле будет мир и покой. Спасибо за внимание. Маленьким там сидит. Я хочу ей прочитать вот этот стишок. Нет, я другой прочитаю, можно? Но тоже ей посвятить, пусть будет ей. Я хотел прочитать тот стишок, но там одно слово есть, могут неправильно понять, товарищи. Недино. Какую резину? Преддверии смертного прыжка, скучая, он теряет строчки. Как из холщового мешка льет семенами многоточья и жжет фатальные листы. Но как помогут полумеры стихи слезливые вплести в косички ласковым химерам?
другим сомнения простив, себе дарует кнут, как пряник, за то, что скраденный мотив великим гимном не воспрянет. По черным замыслам дорог немеют ноги, мерзнут руки, хмельную ночь несет пророк. Хандру последней желтой вьюги ему в проезжем кабаке усталость в чарку опрокинув, придвинет нож к слепой руке, исчадье выпитой судьбины. По ком же там грачи скорбят в канун отважных перелетов? Вот-вот земля метнется вспять, чтоб не остаться распростертой. Дорогие друзья, как говорится, каждый говорит, меня слышно? Микрофон говорит повышено. Повыше делай. Он говорит микрофон. Ну и второй цветок я первым хотел включить нашему ведущему истока. Я всегда восхищаюсь, когда читаю, слушаю, как люди могут писать стихи, сказки, какая поэтическая вдохновленность в каждом стихотворении, в каждом творении, которое создают поэты, и как из обычных слов они делают каждое слово своим инструментом, который потом складывается в великолепное творение и запоминается, читается и тоже вдохновляет. Я хотел сказать о том, что каждый, как говорится, говорит о своем. Я хотел сказать о том, что занимаюсь графикой уже больше 40 лет. Я сделал несколько миниатюр книжных знаков. Как светит этот свет, простите. И среди поэтов, которые живут здесь и не здесь, мне так вот случилось, что мой и однокашник по факультету художественному графическому Геннадий Александрович Терентьев как-то в газете в 96-м году в Ленинской газете написал дань главному художнику. И там есть такие строки интересные. Спит городок в полночной тишине, душевной пыльной стяги. Душевной пыльной стяги. Играет мысль на творческой волне и свет свой оставляет на бумаге. Мне это очень понравилось, и я сделал, так сказать, ему подарок. И сделал вот такой рисунок. Конечно, его не видно, но тем не менее. В этот цветок я вставил его необыкновенные слова. След оставляет на бумаге. И вот в честь, тот, кто, кому интересно, найдут это стихотворение, очень вдохновенное, очень интересное, очень правильное, наверное, даже. И среди моих графических миниатюр и оказались наши поэты. И Бунин первый, Алексей Всеволодович, и, ну, вернее, Перевенщик, Гурлев Сорокин, который жил в Свердловске. И наш Вавилов Борис попал тоже в этот комплект. И кто еще у нас? Еще, в общем, люди, которые достойны, и я думаю, что
в ближайшее время выйдет, значит, мой сборник, книжечка по этим эсклибрисам. Я их сделал 250 штук. И как-то нечаянно пообещал на праздновании нашего 25-летнего музея, исторического музея, который называют Рим, Рижской исторический музей. Ну и пообещал, что я, наверное, вам подарю свои работы. И когда коснулось дела, их оказалось больше 80 штук. Ну, я над ним работаю. Да. И самое главное, что? Конверт. Самое главное конверт. А почему конверты не запечатаны, товарищи? Не запломбированные. Чтоб на память остался не порванный конверт. Итак, поэтическое объединение «Вдохновение», Нижняя Синичиха. Очень благодарен, что вы меня очень благодарен.